ресторан, здесь можно мед брать, булочки всякие, сладости ихние, которые я уже объелся, овощи, фрукты, зелень, всякие повидла, чай, кофе. Яйца, колбасы, яйца, каждый день разное что-то, добавки разные, повар готовит. Террасы, на которые вообще не стоит загорать. Сейчас чувствуется примерно как, может быть, плюс 5. Там у нас море, тут бассейн, а там сейчас сауна. Вот по прямой двери, домик по прямой после бассейна. Там небольшой бассейн и сауна. Доброе утро, у нас сегодня уже 6-й вроде день. Сегодня мы никуда не едем на автобусе, поэтому мы выспались, спокойно позавтракали. И сейчас идем гулять в сторону моря, примерно 2,5 километра. Мы потихоньку будем смотреть, идти, что есть. Может, какие-то магазинчики зайти. На улицах прохладно, конечно. Сегодня, может быть, самое тепло будет 9 градусов, завтра уже 12, и потом подниматься будет потихоньку. Ну, выше 16 не поднимется. Мы сейчас 2 дня здесь, в этом отеле, и через 2 дня уедем на другую сторону, в город Фомагуса, там рядом будет наш отель. Кошек здесь много, как я уже слышал или читал, что их здесь завезли из-за змей, и, видать, они охраняют места, как собаки, скажем, прогоняют змей или съедают их, не знаю. Там горы. А завтра планируем, когда потеплее будет, пойти туда вверх, в горы. Там один замок находится в горах. Пришли на море. Сейчас будем загорать в 5 градусов. Хотя чувствуется здесь на берегу прям... Да вообще чувствуется как 0 градусов. Руку подержи минуту на... Да у меня уже мерзнет. Полминуты, и рука уже мерзнет. Хорошо на море. Холодина какая. Прям как на севере. Приехали в отпуск загорать на берегу моря. Здесь песков нету. Везде только камни. Магма. Остатки магмы. Как они шли с гор, так и остановились у моря. Ветер с севера. На с той стороны видно эти горы турецкие, на которых снег лежит. И, конечно, там оттуда, наверное, и дует этот холодный ветер. Я погоду посмотрел, у нас в Германии как минимум 10-12 градусов. Небольшой залив здесь, который изредка волнами затапливается.
Вчера мы ездили. Так, вон там бишевское здание. Какого-то из ихнего бишева здания. И потом монастырь. Где он? Я его не вижу. Сбоку этого дома. А, вот он. Вот монастырь, где мы вчера были. Теперь направляться в эту сторону. Где-то по прямой у нас отель. Ну, где-то здесь находится отель. Завтра поднимемся по этой дорожке вверх. Сюда, наверное, это более проще. Пройдемся сюда. И где-то здесь находится замок. Завтра сюда сходим на эту точку. Примерно 3,5 километра по прямой. В обход, может, 4-5. Завтра потеплее будет, сходим туда. А сейчас идем. Пройдемся по главной улице, посмотрим, что там можно увидеть, может быть, купить на ужин. И потом в отель, сауну, может, массаж, если получится. Показали вчера гора, 5 пальцев. Мы проезжали вчера мимо них. Но я не вижу там никаких 5 пальцев. Вот это вот 5 пальцев. А там как-то все в куче, и не разберешь, где там 5 пальцев. Они говорят, что туда все ездят, на эту точку. Фотографируются. Закупились немножко в магазине. И идем назад сейчас к нашему отелю. По такой вот тропинке. Чье-то поле здесь. Оливковые деревья растут. У нас отель. Здесь вот такой бассейн. Вода не теплая, но, наверное, не знаю. Градусов 15, наверное. Идешь сюда, здесь душ. Здесь фитнес небольшой, там переодевалки, здесь комнаты для массажа есть. И вот тут у нас сауна на человек. Если ляжет, то трое, наверное. Сейчас будем заходить. Как хорошо после баньки. Прогрелся. Теперь так тепло здесь. Хорошо на улице. Не чувствуется даже холод. Приятно. Сейчас комнату немножко попить водички и, может быть, еще немножко прогуляться. У нас сейчас, наверное, уже сколько? Сейчас посмотрим. О, 4-й час. Кошечки бегают, кушать хотят. У нас здесь сегодня на террасе штук 5, наверное, было кошечек.